Всем привет! Продолжаем смотреть «Звездные войны. Войны клонов». Седьмой сезон, вторая серия сегодня. Первая была, в принципе, неплохая. Сейчас мы увидим продолжение. Они отправятся, наверное, на планету эту и так далее. И мы узнаем, в итоге, жив их или нет. Я хотел сказать то, что я обрезаю эпизоды, ну, картинку, чтобы меня не блокировал Дисней. Я думаю, это все поняли. Особо больше не буду повторять. Так что, если что, не говните в комментариях. Если смотрите реакцию, смотрите. Поехали. Я люблю серии, когда участвую... Звездные войны. Войны кланов. Главная задача — выяснить, как сепаратисты прогнозируют наши тактики. Даже если эхо тут ни при чем. Сперва надо разобраться с одним делом. Каким? Сам знаешь. Сэр, на это нет времени. Мы найдем. Ну, тут, кстати, анимация получше, мне кажется, чем в предыдущих. Я заждалась. Падме, прости меня. Мы не рассчитывали, что осада внешнего кольца так затянется. Да, класс. Что происходит? Ничего, сэр. Я тут просто жду генерала. Генерал. Поспешим, Рекс. Постой, я не это... Нам пора. Надеюсь, ты хотя бы привет ей от меня передал. Бедный дроид. Полтики поклоняются летающим рептилиям. Ух ты! А это еще что такое? Те самые рептилии. Пусть не лезет к моему судну. Да. Повезло, повезло. Не люблю, когда нет никакого перевода, никаких субтитров. Я бы тоже его бросил. Буду я волноваться за бычка. Стой! Почему они исключили момент, то что, ну, те проверили, что они там делали в этом центре в первом эпизоде? Типа, ну, они должны понимать то, что их тут ждут. Спокойно, Крушила. Я возьму тебя за ручку. Вот не надо тут, сержант. Лучше найди мне пару дроидов. Помните, действуем тихо. Без стрельбы и разрушений. А нас пока никто не знает. Да, конечно. Нарушители, огонь. Чуть за дроидов. За что? Это странные дроиды. Сзади. Сигнал можно отследить лишь во время передачи данных. Пока эхо не установит связь снова, мне его не найти. Так. Бросай оружие. Ты окружен. Клоны такие предсказуемые. Вот тамбор. Ваш алгоритм предсказал почти все ваши действия во время проникновения в Пурко. Казните их всех! Ну, не так уж и много для них. Надо какого-нибудь чувачка-то поставить возле двери, чтобы он там открывал ее. Тех, открой дверь для Рекса! Да, сэр! Ну, походу, реально там только разум. Ну,
Что же они с тобой сделали? Нам нужно дойти до шаттла и уйти из цитадели. Рекс, ты вернулся за мной? Да. Потерпи, боец. Мы летим домой. С одной стороны, конечно, классно то, что серии короткие, но с другой хочется еще. Так, ну походу третий эпизод еще будет посвящен этой теме, и дальше будет что-то другое. Ну что, опять же, неплохая серия, забавный момент в начале с Энакином и Падме, это было очень забавно реально, и забавно здесь был Рекс. Вот. Сама... Я, конечно, не знал, ну, жив ли Эхо или нет, мне казалось. Ну, либо он жив, либо его, ну, реально просто как-то используют, собственно. Так и вышло. Сама планета, конечно, вообще адовая. И тут такие бури, классные драконы, какие-то странные существа. Вот. Печально то, что не переводится это все. А хотя, ну, там был уже, конечно, потом переводчик. Вот. Но иногда все равно бывают такие моменты, когда что-то говорят, и ты этого не понимаешь. Вот. Показалось то, что немного... Слишком крутые здесь клоны раскидывают всех дроидов, либо дроиды такие тупые какие-то, вообще косые, я не знаю, может, они не готовы были к этому, но тут вообще какие-то другие дроиды еще странные, вообще первый раз я их вижу. Вот, и блин, их так много было, и ни один из них не попал вообще никак, никого не ранили даже, причем там еще потом кучу налетело, но опять же никого не ранили. Вот. По сути, все, больше мне нечего сказать. Классно то, что Эхо вообще помнит еще как-то Рекса. Вот. На этом все. Как вам серия? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.